Привет, ребята, меня зовут Антон, и мы продолжаем проходить игру The Forest. Итак, на этот раз у нас не будет никаких приключений, прям сумасшедших. Это, да. Пень, потому что отдыхать сейчас он загорает, вот. Так что, пожалуйста, не ругайте его. Ой, блин. Чуть меня так пугаешь-то своей зажигалкой, блин, так неожиданно ее зажег. Убери-ка себе ее обратно. Засунь-ка ты себе ее, товарищ. В то место, где не поют птицы. Так, ладно. Ладно. У нас есть несколько бревен в идеале, но... Вы это заметили вообще? Это просто было нечто. Короче, кто не понял, объясняю, что произошло. Рядом с костром сидел... Да блин, не я сидел рядом с костром, не надо. Тихо, пузика. Тихо, пузика. Тихо, не гори, не гори, не надо. Не надо. Не надо. Прекрати. Ну, в общем, сидел кролик рядом с костром. Но я подхожу. Думаю, сейчас на костре что-нибудь поджарю. Листик подбросил, и кролик сразу сгорел. Вообще просто класс. По такому случаю надо варан зажарить, потому что у нас голода наступили. И сейчас, сейчас я врублю просто супер музыку, которая лучше даже всей музыки, которая есть в Форесте. Итак, включаем. А, супер, вот. Вот такую музыку и надо ставить в игре, запомните. Запомните, дорогие друзья и товарищи. Иначе вы даже себе не представляете вообще, это самая лучшая музыка. Так, отлично. Просто замечательно. У нас есть несколько бревен, которые не знаю куда пустить даже, в лучшем случае. Ну, мне кажется, можно попробовать все перебросить на какой-нибудь там большой шелтер. Давайте-ка мы возьмем. Это откуда тут взялась? Понятно. Просто появился из ниоткуда вообще. Давайте мы немножко... Ой-ой-ой, я же забыл совсем про варана, блин. Варан, варан, нет! Нет! Нет, варан, подожди, подожди. Твою налево, варан сгорел. Ладно, ладно, у нас еще есть кролик. Ну, берись, отлично. У нас кролик есть. Давайте мы кролик сейчас сделаем. И мы пойдем с вами застраиваться на то место, на котором раньше никогда не застраивались. Я думаю, это будет неординарно и весело даже в какой-то степени. Но, правда, надо сначала дождаться, пока кролик успешно приготовится. И все будет круто. И все будет круто. Ну, ну, давай, пожалуйста. Спасибо. Все. Слушайте, обалдеть, сразу весь желудок восстановили. Офигенно. Офигенно. Я даже не ожидал, на самом деле, что можно кроликам сразу весь запас желудка себе пополнить. Это радует. Наконец-то разработчики хоть о чем-то подумали. О людях подумали. Вот что замечательно. А то ведь бывает не все так радужно. К сожалению. К большому-большому сожалению. Не все так радужно бывает. Но это все мелочи, по-моему. Красиво, кстати, тотем. Жалко, что нам такой не заставить. Это было бы даже как-то поэтично. Но этот товарищ загорает, он набухался просто вчера, поэтому... Еще пока не, немножко не отдохнул. Ему надо тоже время на отдых. Вот. Отдых тоже важная вещь. Неотъемлемая даже в какой-то степени. Итак, конечно же, вы поняли, да? Куда я вам предлагаю прийти. А знаете что? Здесь местность нет. Она здесь не очень ровная. Тогда лучше мы будем, знаете, где строиться. Мы будем строиться с вами где-то вот... Опа, вот дерево. Вот это вот. Черное дерево, по-моему, вот так называют. Вот мы будем строиться у него. Мы будем строиться около этого дерева. Обязательно именно так. Да. Пожалуй, именно так. Вот. Вот. Шелтер большой тогда поставим. И по нему, кстати, прыгать нельзя. И у него тут растет алоэ вера. Давайте мы возьмем, а потом шелтер поставим. Причем, знаете, как шелтер с вами запихнем прям в дерево. Ну, как в дерево.
чтобы оно так, чтобы он красиво так располагался. Вот. Чё-то того. Слушайте, по-моему, классно вообще просто. И все это забором, если обнести, то получится просто супер. Шикардос будет. Давайте мы тогда сначала пойдем подальше немножко, чтобы, так сказать, было удобнее. Я забыл взять золотой топор. Что печально. Кстати, золотой топор, к сожалению, после загрузки исчезает. По каким причинам, я так и не понял. Но багованная вещь, судя по всему. Поэтому ее лучше не подбирать. Ну, как хорошо. Дерево упало, не стало разлетаться. Какая прелесть. Вот такие деревья мне очень нравятся. Они шикарные. Они просто замечательные. Ага, да, просто замечательно. Сказал я и побежал за деревьями. А все? Все, да. 4 бревна выпало, да, из дерева. Ну, ладно, в любом случае, неплохо. В любом случае, хороший выбор достаточно. Так, что у нас тут есть? Камни. Блин, такая полянка приятная вообще просто. Ну да, конечно, всю прелесть освещения можно на этом дереве прочувствовать. Классно сделали, однако. Очень классно. Ничего не скажешь. Ничего не скажешь. Так, давайте вот это дерево срубим сейчас. О! Отлично. Варан просто появился из ниоткуда. Ну-ка. О. Бронька тоже должна быть, правильно? Какая-никакая. Так, что нужно? Нужно, чтобы она была у нас. Так, деревце. Давай. Ой, подожди. Давай-ка. Вот так вот. Ух, ни хрена себе, вот это отрикошетило. Да, придется, конечно, за всем этим барахлом еще побегать и поискать его. Но тут такая местность неровная, что придется, конечно, попариться. До того времени, по крайней мере, пока не выйдет какой-нибудь очередной супермод. Так, ему нужно 5 камней. Так, 2 камня и 4 палочки. Давайте мы так и сделаем. Так, еще один камень. И 3 палочки. Давайте еще один камень возьмем с запасом. Ой, жестокая жесть вообще. Просто жестокая жесть. А вон и бревна, которые нам пока что не нужны, к сожалению. Или к счастью. Так. Ну-кася, пукася. Красота, правда? Слушайте. Так, теперь большой костер надо поставить. Давайте вот здесь его разместим. Во. Так, 7 камней и 3 палочки нужно. Давайте мы тогда так и сделаем. Ну, к сожалению, пока еще мод я не искал. Может быть, он уже есть. Но проверять как-то не хочется совершенно. Времени нету. На все про все. Ну, я обещаю, вопрос мы с вами решим. Еще как решим. Так. 6 камней нужно еще, да? 6 штук. Вот камни уже, конечно, посложнее будет найти, потому что у нас их дефицит, самый настоящий. Зато бревна везде валяются. Бери, не хочу. Так, еще 3 камня. Ну, пожалуйста, камушки, поактивнее как-то появляйтесь. Ладно. Вот. Такой звук был, как будто у нас герой отложил кирпич только что. Это меня немножко насторожило. Это меня однозначно немножко насторожило. Блин, одного камня не хватает. А, ну вот он. Давайте еще один возьмем, на всякий случай. Ой, шикарно. Во. Слушайте, по-моему, прелесть, да, мы с вами построили.
По-моему, это одно из самых шикарных строений, которые мы только с вами делали когда-либо. Класс. Класс. Нет, отдыхать мы не будем, пока рановато отдыхать. Давайте мы огород поставим. Как раз на солнечном месте пускай будет. Вот здесь. Пускай у нас огород будет где-нибудь вот здесь вот. Сейчас мы его установим. Вот он, дорогой. Вот, здесь. И нам нужно два бревна. Давайте же мы их возьмем, потому что... Так, варан. Только не убегай. Ах ты, тварь! Где? Тварь. Блин, ну кролики это уже неинтересно. Самый интересный это варан. Так, да, останавливайся, братюнь. Давай останавливайся. Супер. И тебя мы сейчас сразу пустим на броньку. Где тут бревно? Да, вот оно. Так. И второе бревно есть, которое мы тоже пустим на дело. Ничего не пропадет просто так. Это я вам обещаю. Ну-ка, подождите. Ну, да, бревно мы с вами потеряли. А, нет, не потеряли, вот оно. Вот оно, родное. Еще одно там даже валяется рядом. То есть все пошло на дело и в дело. Классное место, слушайте, оно мне очень нравится. В нем что-то есть такое прям. Интересно, можно забраться вон туда вот, в дупло? Давайте попробуем. Баганем только топор сначала. Во. Ну. Да, бывает же такое. Нет, мне все-таки интересно, подождите. Ну, братюня. Ну, блин, я всего-то хочу забраться до сюда. Давай, то сейчас чихну. Блин. Слушайте. Получается, когда у нас топор, у нас ничего кроме выносливости не тратится, да? Офигенно, буду знать. Ну. Да, блин, собака. Давайте еще раз попробуем. Ну да. Да, кроме выносливости у нас ничего не тратится в таком положении. И это радует, это даже плюс в какой-то степени. Ну-ка, тут можно забраться. Блин, ни с какой стороны не подберешься. Мне что, отдельный мостик, что ли, ставить, чтобы я мог в это дупло забраться? Ну, чё вы такие, эти, грустные-то разработчики? Ну, нет. Ну ладно, это рано камень залезу. Все. Жалко нельзя, кстати, построить домик на дереве. Вот, кстати, разработчикам мысль построить. Сделать в очередном обновлении домик на дереве. Вот тогда было бы вообще просто шикарно. Ну, правда, потому чтобы его нельзя было срубить, конечно же. А то это будет фейл самый натуральный. Ничего не получится хорошего из этой затеи. Но, тем не менее, нам нужно бревно забрать, которое мы еще не успели забрать. Значит, одно бревно у нас есть. Блин, тут ветер такой вообще, кошмар. Какая-то ветреная территория очень. Однако. А, рядом еще и палаточный лагерь есть. Давайте мы туда зайдем. Там вполне могут быть медикаменты какие-нибудь. Они нам могут пригодиться. Они, как правило, у нас рядом со спальниками лежат. А, пассажиры. Так, ну пока что, кажется, тут ничего интересного. Правда, вот саквояжи их не лежат. Но от них нам ни горячо, ни холодно. Мне одному интересно, почему лампа здесь горит. Вообще, конечно, вопрос на миллион долларов, да? Есть там мумии какие-то уже. Или я ошибаюсь. Давайте проверим. Давай.
Это какие-то одни спальники окровавленные. Пока что. Как-то странно. Как-то очень странно. Так, и где у нас наш коттедж? Коттедж. Где он? Надо идти к нему возвращаться. То есть ситуация, прямо скажем, не самая лучшая. Не самая лучшая. И надо как-то выправлять ситуацию. Надо как-то ситуацию выправлять. Однозначно. Жалко, что у нас больше бревен нету. Что ж, друзья, давайте мы тогда на этом серию завершим. Надеюсь, она вам понравилась так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.